Я всех приветствую на своем канале «Хобби и отдых». Подвожу итог продажи фотографий и видео за апрель месяц и с 16 по 30 апреля. Вначале, значит, я скажу, что было продано и загружено с 16 по 30 апреля. А во второй половине объявлю, что я продал за апрель месяц, вместе включая iStock. И там же я покажу фотографии, которые были проданы на iStock. Значит, всего я загрузил за эти 15 дней, с 16 по 30, 183 фотографии и 61 видео. Вот посмотрите фотографии, которые я загрузил, пару десятков. Вот такие фотографии были загружены. Из 12 стоков сработало только 8. Значит, как обычно, VideoHive, Canstock Photo и Alamy по нулям. iStock во второй половине. На восьмом месте находится Pond5 с продажей одной фотографии. На седьмом месте находится BigStock. BigStock продает 7 фотографий. И шестое место занимает DreamStime. Dream продает 3 фотографии. Вот посмотрите фотографии, проданные этими тремя стоками. Теперь пятерка. На пятом месте находится 123 с продажей 43 фотографии. Опять там у него 43 трехцентовые фотографии опять были куплены. На четвертом месте находится депозит. Депозит продает 14 фотографий.
На третьем месте Мосфото с продажей 4 фотографий. Второе место занял Shutterstock. Shutter продает 82 фотографии и 3 видео. И первое место — это Adobe. У Adobe продано 30 фотографий и также 3 видео. Всего, значит, было продано за эти 15 дней, с 16 по 30 апреля 2023 года, 184 фотографии и 6 видео. И сумму я заработал за вторую половину апреля $87.26. Ну а теперь подведу итог продаж за апрель месяц 2023 года. Значит, всего загрузил я за апрель месяц 335 фотографий и 137 видео. Опять же, VideoHive, Canstock Photo и Alamy 0. Дальше. На 9 месте находится DreamStime с продажей 7 фотографий на сумму $4.51. Восьмое место занял BigStock с продажей 19 фотографий на сумму $5.50. Седьмое место занимает депозит. У депозита продано 26 фотографий на сумму $6.85. На шестом месте находится 123 с продажей 53 фотографии на сумму $7.18. Пятое место находится на пятое место занимает Мосфотос. Мосфотос продает 16 фотографий на сумму 12.31 евро. Четвертое место занял Pond5 с продажей 2 фотографий и 2 видео. Сумма составила у Понда за апрель месяц $37.58. Третье место занимает Shutterstock. Так, Pond5 четвертое место, да. Третье место занимает Shutterstock. У него продано 138 фотографий и 4 видео. И сумму Shutter мне принес за апрель месяц $67.38. Второе место занял Adobe. У Adobe продано 80 фотографий и 3 видео. Сумму мне принес Adobe $76.17.
Ну и вот, как это уже практически всегда, первое место занимает iStock. Значит, вначале посмотрите фотографии, которые были куплены iStock'ом. Вот такие фотографии были куплены. Всего iStock продает за март месяц за 136 фотографий и 8 видео. И сумму iStock принес мне $177.82. Итого, всего было куплено за апрель месяц 477 фотографий и 17 видео. И сумму я получил за апрель месяц 23 года $395.30. И загрузил я, говорил или не помню, или нет, 335 фотографий, 137 видео за апрель месяц. Теперь мой портфолио составляет 15500 фотографий и 3119 видео. Вот такой у меня отчетик с подведением итогов за апрель месяц 2023 года. Следующий выпуск сделаем, как обычно, мы. Но я сделаю 15, вы увидите 16 мая. И как уже повелось у меня, если вдруг погода у нас распогодится и листочки зеленые появятся на деревьях, сделаю я очередной мимо проходил. Вот. Ну и, естественно, запишу ролик и посмотрим там. Ну, это, опять же, будет зависеть от погоды. Если получится в первой половине, в первых 15 дней мая, значит, сделаю до 15 мая. Если еще погода будет так себе, то тогда во второй половине мая. Но все равно, в любом случае, подписываемся на канал, кто не подписан. Обязательно ставим лайки. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. До 16 мая. Пока, ребята.